В принципе, он тоже сложный прием, но, допустим, если человек вам что-то хочет бить, вы одним движением уже не сюда заходите ногой, а пошли ногой, вот зашли вот сюда вот. Сюда зашли ногой и сюда вот просто треугольник называется. И потом просто своей попой хотите сесть ему на живот. Вот сюда вот просто. Вот сюда вот просто. И все. Вот сюда вот просто. Попробуй. Просто, ну, то же самое мы делали на один заход, а сейчас просто на два захода сразу же, как можно плотнее. И здесь вот под лопа. Поэтому можно ли вот и сюда пойти, как бы, ну, тут тяжелее. Ну, бывают люди, что не надо ему давать шансы. То есть, если я пойду вот сюда, вот его душить, то он может начать двигаться за мной, бежать за мной. То есть, я просто попой садиться, ну, то есть, именно не попой, а попой садиться ему на живот. Запошел и просто удержал. Вот, за обе ты сразу должен большим махом, вот этой ногой, вот сюда, вот как бы, вот сюда вот, и туда, да. И туда пошел, и под колено себе. Но плотнее, плотнее, под колено себе, под колено, под колено, под колено, под колено. Вот сюда вот, да. Садись на живот, как бы, ему своей попой. Нет, не в бок, а именно вот сюда вот больше. Вот просто садись на себя. Здесь вот не совсем плотно у тебя получилось, просто плотнее захватывай и двигай на живот. Двигай. И попробуй еще раз зайти, просто не плотно зашел, поэтому не получается. Не бойся, как можно плотнее зайти туда. Да, заводи. И теперь вот на живот, уличные драки. Смотрите, видео будет выложено на сайте, на ВКонтакте. Приходите, всегда будет ново. Всегда стараемся раскрыть какие-то нюансы, побороться вдоволь. Из разных клубов приходит. Кто-то что-то знает, кто-то меньше знает. Но в любом случае, да, общение на ковре, оно никогда ни для кого плохо не проходило.